В администрации сегодня подписано трехстороннее соглашение между администрацией города, профсоюзами и работодателями. Это пятое соглашение, и действовать оно будет, как и прежние, 3 года. Кроме этого, на заседании трехсторонней комиссии обсуждали развитие социального партнерства в городе. Социальное партнерство в Эртамаке развито очень сильно, начиная с уровня, скажем так, организаций, предприятий, где профсоюзные организации и работодатели взаимодействуют на своем уровне, и продолжение следует у нас на уровне города, где взаимодействуют работодатели, профсоюзные организации и администрация.